Создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров. Равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность. На обреченных армия людей давно уже нам нечего терять, нам не увидеть наших сыновей и матерей, нам наших не обнять. А так охота хоть на миг домой. Мы долго прозябали в кандалах, теперь идем в последний бой с нашивками Руан на рукавах. Не мы предали, это нас предали, предали нас, предали и не раз. Заградотряды раньше в спины нам стреляли, теперь пусть в грудь расстреливают нас. Сражаться насмерть мы с врагами будем, еще разок на них нагоним страх. Враг знает, долго не сдаются люди, с нашивками Руа на рукавах. Прошли Освенцим мы, прошли Майданек, теперь нам обещают Магадан. Обречены мы, прокляты, и знаем, совсем недолго жить осталось нам. Нас прокляли за то, что в плен попали, не сладко было нам в концлагерях. Боится нас теперь товарищ Сталин, с нашивками Руа на рукавах. Боится Сталин, трусит нас и Гитлер, он долго нам оружие не давал. И тот, и этот нас приговорили, ты мертвых власов армию создал. Будь прокляты антихристы в Рейхстаге, будь прокляты антихристы в Кремле. Идем в атаку, умирая, с нашивками Руа на рукаве.